Добрый день, меня зовут Александр Крапивин, и сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом применения приборов Biomedis. Первый случай связан с моей дочерью. Ей 14 лет, и месяца полтора назад она заболела ангиной, и у нее поднялась высокая температура, такая, что она просто слегла. Я взял прибор Biomedis M, выбрал несколько программных комплексов, связанных с лечением ангины, повышение защитных сил организма, и запрограммировал их в мультичастотном режиме. И стали ставить их каждый день. В результате на третий день она уже встала на ноги, острая боль у нее прошла, она смогла спокойно есть, а на пятый день уже пошла гулять на улицу. Таким образом, мы вылечили ангину с помощью прибора Biomedis M, не применяя никаких антибиотиков и лекарств.